Мои презентации, на которые я попросил 15 минут, думаю, что уложусь, я вам скомпоновал следующим образом. Вначале есть данные про меня, которые довольно интересные, я на них останавливаться не буду. Когда я выложу, потому что почитаю их, про меня знаю, так что там повторяются некоторые вещи. Потом все-таки остановлюсь на некотором отступлении, то есть расскажу о некоторых особенностях польской Википедии, о обществе Википедии, и в самом конце приведу к основной теме моего выступления, которую переназвал, данное название, так очень интервьюющее, которое уже было в отношении к 2042 году, и не с чем это связано. Вот. Единственная вещь, на которую хотел обратить внимание, кажется, я говорю по-русски, я понимаю, тоже в презентации все-таки могут быть ошибки. Если там ошибки будут, то замечание их приветствуется, но прошу, чтобы после презентации надо обращать внимание, а не по ее ходу, по ходу я не смогу их исправить, а потом смогу, если изменения, они будут еще в тысячу раз без ошибки. Вот. Это я прокручу, и сейчас перейду уже к нескольким выборочным особенностям польской и русской культуры в сравнении с компаристом. Ну, во-первых, на сегодняшний момент данные, наверное, с моей ноября, в польском Википедии 931 тысяча статей, в русском 929 тысяч подписных. Обе Википедии сравнивались. Здесь показаны графики динамики роста статей. С самого начала, 2002 года, когда стартовала польская Википедия, русские данные немножко позже публикуются с ноября 2002 года. Ну и как видно, долгое время польская Википедия имела больше статей. Это тоже очень известный факт за счет того, что несколько раз в Агентрии была сделана массовая заливка статей, особенно трансферинку. Это тоже доставало критику, но потом наши господажатели тоже было сделано в других Википедиях. Знаю, что в русской Википедии было сделано. Сейчас со мной говорил Андрей. Ко мне обратился по поводу данных наших населения, населенных пунктов Польши, поскольку это тоже будет сейчас после Википедии вводиться. Да? Я сейчас задал вопрос, который детально будет, поскольку я не знаю. Сами названия были взяты из какой-то базы данных, трансферные пункты, а это результаты, откуда они взялись, это сейчас взялись. Вот, это один момент. Ну и тут показан второй график, который показывает среднемесячный рост количества статей. Видно, с некоторого времени вот этот столбики оранжевые, они постоянно выше, чем синие, которые показывают месячный рост польской Википедии. И, наверное, следствие, конечно, то, что сейчас русская Википедия приближается к польской. Скорее всего, дело несколько месяцев статей будет больше. Меня время для спрашивания, как относится спокойно, это нормальное явление. Я вообще давно уже считал, по-моему, даже когда после этого на конференции уже говорил, что это его время. Людей, которые владеют русским языком, вчера за больше, чем те, которые владеют польским языком. Так должно было случиться. Дело там, на первом месте. Следующий слайд показывает, мне кажется, более интересное явление, более интересные аспекты обоих Википедий. То есть, каково положение подтвержденными и проверенными по польской технологии статьями. Здесь на данный ответ на 8 ноября. По первому критерию у нас одинаково. То есть, среднее ожидание до права от меня, авторизовавшихся участников, 0 секунд. То есть, не до вашего знания. Но! По другому критерию, по второму критерию, здесь есть разительная разница. Если у нас средняя задержка проверки около 7 дней, то в русской Википедии 188 дней. Это очень много. Здесь показаны два слайда из польской и из русской Википедии, где видно, вот это польская Википедия, там на первом месте показатель работы у вас это видно. Список статей, которые не подвыжены,
на самом верху этого списка есть статья, которая ждет 18 дней. В русской Википедии это статья, которая ждет 716 дней. Причем это статья старта в русском университете управления экономикой. Ну, мне кажется, около 40 пар, которые больше лет ждут на проверку. Здесь есть вот такая исходная таблица данных, которая показывает положение вещей, запланированными такими статьями. Ну, здесь данные, которые учат, по-моему, числа, то, что уровень доверенных статей 87%, в Польске это 99%. И, как раз это, мне кажется, более существенный показатель состояния дел, или качество состояния дел, два и два имени, я не знаю, решения, которые я видел в разных странах.
что они как изменения на науку разводы и практики польского факультета управления. Вопрос толкования. Право. Толкование права. Следующее, последнее. Причем решение трудности, таковы, что выданы ответы, а последним ответ изменен итог. Такому дому подведения, чего обсудили. Гинь еще два примера были. Древние это был запрос на расформирование рабочей группы по белорусской тематике, расформирована, создана новая. И тоже очень интересное есть, очень интересное заявление, связанное с сегодняшним годом, это июля месяца, был сделан опрос о ростовской территории, по естественному поводу, все знают, да, именно законопроект, там номер какой-то, я сейчас его забыл. Все эти, как все эти заявления, они не имеют места в простом характерном комитете. Они просто, такие заявления мы никогда не принялись. Поэтому они никогда такие не появляются. То есть все участники просто теперь заведомо знают, что бессмысленно подавать такие заявки, даже если они не появляются. И может поэтому риск таких заявок просто даже не комитете на порядок ниже. Хочу обратить внимание на толкование права. У нас уже что-то по существу нашего сообщества арбитражный комитет не может даже подумать об этом, чтобы толковать право. Пожалуйста. А у вас сообщество... У вас сообщество лучше договаривается или как получается? Потому что нет таких задач, и за счет чего? Ну, вот это тоже интересный вопрос. Мне кажется, его надо глубже исследовать. Не могу сейчас сказать, почему так происходит. Может быть, я не знаю, эти вопросы просто не появляются, да, и как другим путем не разрешаться. Но, нравится, да, что они не попадают даже к нам.